В Лондоне прошел первый день слушаний по делу об экстрадиции в Стокгольм Джулиана Ассанжа. В Швеции основателя сайта Wikileaks хотят допросить по подозрению в изнасиловании. Защита убеждает британский суд, что, добившись экстрадиции Ассанжа, Швеция передаст его США, которые начнут судить его за утечку конфиденциальных документов. В результате ему может грозить смертная казнь или заключение в лагере в Гуантанамо. Адвокат Ассанжа говорит, что дело об изнасиловании сфабриковано. У нас есть доказательства того, что одна из обвиняющих Ассанжа женщин удалила из памяти своего компьютера сообщение, свидетельствующее о ее дружеских отношениях с основателем Wikileaks через 20 часов после якобы совершенного насилия. Адвокаты строят защиту на том, что основателя Wikileaks нельзя выдавать Швеции, основываясь лишь на подозрениях. У здания суда лондонского участка Вулич прошел митинг в поддержку Ассанжа.